Нельзя. Всех приветствую, дорогие друзья, также гости канала «В лесу как дома». Сегодня 10 апреля, уже по большей части снег весь растаял, и выбрались мы с дружей на весеннюю тихую охоту за первыми грибочками. Немножко мы собрали, а первый грибочек у нас — это саркасцифа. Съедобный гриб. Не требует вообще предварительной отварки. Я готовлю его чисто, ну, обработаю, весь мусор уберу, чисто на сковородочку, обдам просто кипятком, изначально просто кипятком. Потом на сковородочку и со сливками самое то. Первый весенний лесной урожай. Так что вот. Немножко, конечно, по сравнению с прошлым годом, я ходил тогда где-то 24 апреля, 20-24 или как там в этом районе. Немножко сегодня, в этом году весна пришла такая пораньше, поэтому, соответственно, и выбрался я тоже раньше. Проверил свое первое грибное место, собрал вот столько, ну где-то, ну, две горсточки такие с горкой полные. В прошлом году я там собрал больше, возможно, рановато вышел.
Не знаю, но думаю, время у нас еще будет. И вот минус этих грибочков в том, что он достаточно быстро проходит. Он как подснежник появляется, и через 2 недели его точно уже не будет. Поэтому нужно успевать. Вот сегодня первый поход. И где-нибудь к выходным, наверное, мы обязательно выберемся еще разочек. А сейчас пойдем дальше. Кстати, тоже хотел сказать, ребят, что саркоцив растет в местах, где есть источник влаги. То есть непосредственно это здесь небольшая речушка. Ну вот, вспомнил свое хорошее, ну, вот это грибное местечко, на котором я вот собрал вот первые горсточки. Это, конечно, маловато, надо еще где-то как минимум столько же собрать, чтобы жарешка вышла более-менее. И, в принципе, пока особо я их не встречаю. Ну вот попадаются маленькие, но это чересчур. Вот эту мы возьмем. В основном здесь, конечно, ребят, попадаются. Вот они поединичны. Ну, по одной штучке. Вот только вот в прошлом году я нашел вот именно ту такую грибничку. Где вот, блин, в прошлый раз, вот повторюсь, собрал так приличное количество. В прошлый раз, наверное, вообще пол пакета было. Это в этом году что-то как-то я маловато. Надо будет обязательно в следующий раз обязательно проверить это местечко еще разочек. Вот у нас одна небольшая. Дальше виднеется еще тоже небольшая. И там еще на склоне. Там он еще, правда, маленькая, но ее мы брать не будем. Вот тоже небольшие. Оставим на заметочку на следующий раз. Два. Сломал. Так, а тут я чуть мимо не прошел. Парочки хороших. Вот это вообще замечательно. Не самый максимальный размер, но для сегодня она одна из самых больших. Да, ребят, видно, чуть-чуть рановато я вышел. Вот выйти бы через дня 2-3. Но у меня через 2 дня день рождения, так что в этом году гости будут. Так времени, как в прошлом году, выбраться у меня в лес не будет. Друже, кстати, ох, ребят, сейчас продолжу позже. Вот это вот вообще прекрасный экземплярчик. Тут еще немножко подморожено. О! Друже исполнится 4 года. Тоже в один и тот же день он родился, что и я. Вот еще, ребят, спрятались. А здесь даже в низине они еще подморожены, так как ночью заморозки небольшие. Они здесь даже подморожены. Вот тут надо будет повнимательнее осмотреться, так как я чуть, говорю, мимо не прошел. Так вот, в прошлом году мы 12 апреля в лес выбирались, шашлычок жарили. В этом году, к сожалению, 12-го выбраться не получится. Фух. Ох, тоже
Только хотел сказать, что мы пойдем смотреть грибочки дальше. Как вот тоже хороший экземплярчик. Если удастся вообще пакет собрать целый, это вообще отлично. Родителям дать пол пакета на жарешку. И себе, да, и себе забрать. В удалении слышен лай собак. Кстати, вот это место, ну, вообще, я же в подлеске нахожусь. Лес дальше, где-то в метрах 100. Как раз здесь речка протекает. Вот в лесу возле реки грибов нету, а вот в подлеске, в такой местности, они растут самое то. Я вот и переживал, что погода-то хорошая, что... Несмотря на то, что понедельник сегодня, люди могут гулять с собаками. Тут небольшая такая запрудина образовывается из талой воды. Даже еще лед остался. Сразу заметно, ребят, где земля становится суше, сразу вообще пропали следы грибов. Даже маленьких здесь не могу найти. Хотя в прошлом году здесь попадались. Вот одна небольшая. Но ее мы поднимать не будем. Слишком уж маленькая. Сейчас потом мы на дорожку выйдем. Там перекусим. Вот еще помню, что здесь, возле ручья, в прошлом году были саркосывки. В прошлом году я даже здесь прямо в ручье нашел. А в этом году что-то их тут не видно. Это бегал уже, зараза. Как раз оттуда, откуда собачий лай был слышен. Что, ребят, вот основные свои места я прошел, которые в прошлом году я посещал, просматривал. Но вышло явно немного, ребят. Потому что в прошлый раз я ходил два раза и собирал по пол пакета. А сейчас можно собрать, можно сказать, я собрал только половину того, что собирал за один поход в прошлом году. Ну, как-то так. Что поделать. Сейчас где-нибудь бы присесть. С собой я взял бутербродики, так как говорю, что лес вот только, ребят, только начинается. В той стороне, в 300-400 метрах, промзонная дорога. Там люди могут с собаками гулять и здесь костерок разжигать. Но я лично не хочу. Поэтому здесь сейчас сядем. Нальем кружечку Чайковского. Есть у меня бутербродики, копченая ветчинка. Перекусим, так как я еще и не завтракал. Так что, ребят, всем, кто будет завтракать, обедать, ужинать и вообще принимать пищу, всем приятного. Тут прям на дорожке сядем. Я с собой, конечно, газовую горелку брал, но что-то я думаю, что не стоит сейчас тут кострище разжигать. Мало ли там кто-то с собаками пойдет в нашу сторону, а тут костер там. Мне очень хочется привлекать внимание. Ну, я не знаю, ребят, возможно, я раньше бы вышел в этом году. Но в этом году и зима закончилась раньше. Потому что саркосцифы идут сразу после первого снега. Ах.
Что? Что? На, грязный весь, чумазый. Ну, хлеб не хочешь есть, значит не голодный. Нельзя. Нельзя. Где стучка какая? Может быть, сезон нынче не такой. Но, в принципе, если взглянуть по местности, в прошлом году, ребят, было точно так же. Немножко кое-где валялся снежок, слегка уже травка и листья подсохли. Так что сейчас отобедаем, чуть-чуть еще прогуляемся, все где-нибудь поищем, потому что все-таки маловато пока грибов. Ух, а как нам тут-то перебираться? Не знаю, как тут земля будет засасывать. Ух. Благо тут шина лежит. Опа. Ну вот есть вариант там посмотреть, в той стороне, но это надо там будет обойти как-нибудь нам и вернуться тогда туда. Оп, виднеется у нас одна, а не одна саркасцевка. Еще разочек у нас. Тут у нас еще одна спряталась. И обойдем сейчас мы. А тут у нас маловаты будут. Вот одну мы возьмем, дальнюю. Вот это вот. Остальные у нас маленькие. Поводок не уронил. Да, ребят, в том году, конечно, поворожайсти было. Потому что находил чуть ли не с полладони саркасцифы. Если кто-то будет там, допустим, интересоваться, спрашивать насчет строчков, шапочек, то, ребят, в наших лесах здесь они не растут. Это надо ехать на расстояние, наверное, километров 30. За ними. У нас тут только из весенних грибов только саркасцифы. Ну, из тех, которые я знаю. Может, где-то что-то еще есть. Но, как говорится, то, что не знаешь, лучше не собирать. Тут у нас еще хорошая. Ну, чуть-чуть, может быть, еще и насобираем горсточку. Справа маленькие. Вот говорю, только вот пока вот нашел вот в прошлом году одно место, которое вот практически там все грибы по большей части я там и собрал, ребят. Опа, а это у нас что такое? Ребят, я не знаю, что это за гриб. Брать я не буду. Запах землистый. Если кто-то знает, пишите в комментариях. Вот так вот они выглядят. Вот кто тут от нас спрятался. Опа. Тоже вот, ребята, одна штучка. Рядом больше нету.
по одной, конечно. А вот еще, ребята, одна вот свернулась вот так вот. По одной собирать, конечно, тяжело. Через кусты нам продираться. Вот, ребят, неплохо я наткнулся. Раз. Пакетик все время закрывается. Вот большая, ребят, это вообще хороший размер. Нельзя. Тут не потопчи только. А вон еще. Потому что я сейчас две собрал. Ох, ребят. Вот это я понимаю. Размерчик. И что мы тут еще видим? А мы видим еще вот такую вот поляночку. Опа! Шикардос. Размер вот здесь вот прям прекрасный. Все четыре штуки отличного размера. Вот еще бы таких вот. Так, где-то я тут еще видел. Блин, собака все-таки затоптала. А вон еще. Вот один. Вот два. И вот там три. Вот так вот. Вот отличная вообще восхитительная полянка. 10 штучек прямо вот таких вот. Шикарного размера. Тут еще покружить где-нибудь. Собака там мышей ищет. Еще бы такую бы хотя бы одну поляночку найти, вот чтобы так вот 10 таких вот солидных хороших штук было. Потому что уже подкрадывается к половине пакета. Если собрать столько, сколько в прошлом году, я, в принципе, буду очень доволен. Ну, скоро уже, в принципе, будем выходить на выход. Посмотрим, получится или нет. Увидим, друзья. Вот тоже одна штучка, ребят. Хорошенькая, но одна. Ну, это более-менее можем взять. Тоже сидит. Одна одиношенька. Ну что, ребят, вот столько вот у меня получилось. Грибочков, конечно, мусор я потом уберу. Ну, треть пакета. Меньше, конечно, чем хотелось бы, но на приличную жареху хватит. Что, ребят, буду на сегодня заканчивать, так как скоро выхожу уже из-под леска. Так что, ребят, всем спасибо, кто смотрел видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем здоровья и выбирайтесь почаще на природу. Всем пока!